Это необычная древнеегипетская мумия обнаружена в гробнице Дейр-эль-Бахри, и имя ей Наджмет, дочь Рамсеса XI и, вероятно, жена Пианха, если он действительно был предшественником Херихора. Наджмет родилась в Фивах, и на момент своей смерти ей было более 100 лет. Мумификация ее тела проходила по новой технологии. Сердце было оставлено в теле. Рядом с мумией лежали две книги мертвых. Одна из них в наши дни представлена в Британском музее и содержит надпись «Мать фараона Наджмет, дочь матери фараона Хрера». При этом имя Наджмет заключено в картуш, а имя Хрера нет. После смерти Пианха в 1050 году до нашей эры его место занял Херихор. Наджмет сохранила свое положение, став его женой. Так как Наджмет была женой Херихора, титул Хрера иногда трактуется как «царская теща». Хотя ее титул звучал так, то «вынашивала сильного быка», указывает на то, что она дала жизнь фараону.